Хорошие стихи являются ключом от двери в подсознание человека. Войдя туда, спроси, узнаешь обо всем. Поверь, твоим желанием станет это. Познать любовь ко всем и всех простить за все. Отдаться воле чувства, без всяких лишних схем, и путь твоей души войдет в благое русло. Падут все горы с плеч, разрит пустынный взгляд, раскрасив пустошь мира, войдут любви цветы. И речь, как дивный сад, украсит шум прилива. Открой же эту дверь, за ней стоишь ты сам, без горя и боли в сердце, позволь душе поверить. Она построит храм и отворит все двери.